Выставка работы Ангарского керамического завода, который уже давно вписан в летопись истории нашего города, открылась накануне в Музее часов. Организаторы экспозиции – супружеская пара Марины и Андрея Наширбановых. А вот авторство, по мнению коллекционеров, за людьми. Ведь прямо на открытии гости пополнили выставку новыми экспонатами. Моя мечта осуществилась. Я очень хотела получить. Я знала о том, что выпускались Ангарским керамическим заводом сувенирные унитазики. Это 90-е годы. Были золотые унитазы. Но в нашей коллекции этого не было. Для меня самые интересные предметы – это начало 60-х годов, момент остановления завода, скульптуры. Вот вы когда-нибудь видели такие предметы? Я тоже думаю, вот это вот уникальные редкие вещи, выпускаемые Ангарским керамическим заводом. Они настолько, вот несмотря на свою массивность, они настолько легкие, настолько проработаны, прописаны детали. Коллекционировать предметы керамики супруги начали в 2013 году. Сначала вся красота помещалась на подоконнике. Теперь коллекция насчитывает более 450 экземпляров. 116 из них до конца февраля будут украшать витрины музея часов.